Всем привет! Сейчас показываю вам красоты. Это Небежаевская. 12 километров до Крымска. Смотрите, все зелено. Орех, смотрите, крупный такой. Просто крупный орех. Такая дорога, вот придомовая территория. Все зелено. Недалеко здесь Святая Ручка, Святой Источник. Кто хочет жить в тишине, в спокойствии, в красоте, то, пожалуйста, дом для вас. Здесь сразу видим виноград. Так, двор весь забетонирован. То есть здесь есть двор, здесь можно поставить машину. Также есть гараж, гараж с ямой. То есть машину можно здесь оставить, либо заехать в гараж. Дом жилой, заходи, живи. Так, по фасаду видим сайдинг, окна пластик. Цена вообще смешная. Цену оставлю. Смотрите, орех просто огромнейший. Вот он, грецкий орех. Виноград винный. Так, участок 15 соток. Участок в собственности. Здесь видим гараж. Гараж с ямой. На участок зайдем чуть-чуть попозже. Так, фундамент высокий, обшит сайдингом. Сейчас посмотрим. Здесь палисадник. Соседский уже дом. Красная смородина. Так, перед домом навес. Здесь вот навес, зона отдыха, теневая зона. И дальше пошел выход на участок. Сейчас зайдем домой. Дверь металлическая. Заходим, здесь у нас такая прихожая. Так, дальше коридор. Нет, здесь получается комната, полноценная комната. Много окон, то есть здесь света достаточно. То есть комната светлая, но зашторены шторы, чтобы не было жарко. Так, окон везде много. Так, заходим, смотрите, проходная комната, можно использовать под любые цели. Сейчас все покажу и позже все расскажу. То есть, смотрите, мы зашли, проходная комната большая и еще одна проходная комната, как зал. То есть изолированный, большой, потолки 2,60, 2,70. То есть можно натянуть натяжные потолки, либо подшить гипсокартоном. Если вам такие не устраивают. А два окна. Так, и сейчас посмотрим. А, и здесь еще два окна, но здесь стоит шифонер-сервант. Поэтому здесь в зале 4 окна. Так, зал вроде вам подробно показал. Полы деревянные. Это станица Небежаевская. До Крымска 6-7 минут. Еще одна комната, маленькая комната, маленькая спаленка. Здесь квадратов 6, наверное. Одно окно. Так, еще раз. Вход, то есть зашли домой. Проходная комната. Можно использовать как кухня-столовая. Слева маленькая спальня. И справа получается зал. Так, раз, два, три. Три комнаты. Три комнаты. Сейчас пройдем на участок. Покажу вам участок. Здесь, видите, здесь тоже полноценная комната. Также здесь отопление. То есть можно рассчитывать, что раз, два, три, четыре комнаты. Четыре комнаты. Давайте покажу вам участок. На участок я буду проходить сейчас с вами. То есть еще не заходил на участок. Сейчас будем вместе все смотреть. Двор крытый. Дальше идут... Дальше мы видим летняя кухня. Тут также вот как бы застекленная такая веранда. И здесь видим летняя кухня. В летней кухне есть отопление. Котел стоит, видим. Котел. Котел обогревает, получается, и дом, и летнюю кухню. Ну и здесь также можно варить. Варить, а кушать уже в доме. Ну или здесь также можно кушать. Одно окно. Вот видим участок. Вижу сливу. Так, рабочая зона, это клеенка на стенах.
Три окна. В летней кухне три окна. Так, дальше сейчас зайдем на участок. Баня. Есть еще также баня. Давайте пройдем вокруг дома, посмотрим, что здесь. Так, везде окна пластик. Везде пластик видим. Есть виноград. Система водоотливов есть. Так, банька. Смотрите. Выходим на участок. Здесь видим баня, прибанник. Такой прибанник. Висят дубовые веники. Потолки нормальные. И здесь получается баня. Баня-парилка, стоит ванна, стоит полога. И печка. Такая вот банька. То есть жить можно. Цену чуть-чуть попозже вам скажу. Участок 15 соток. Здесь стоит колодец. Вода набирается вот ведром. То есть это бесплатный полив. Можно сделать насос. А что по насаждениям? Ну, вот тут черешни, яблони, вишенки. Вот это весь ваш участок? Ну, до деревьев? Да, вот где вот кусты заканчиваются, это официально от 15 соток. А дальше там просто свободно, никто ничего не садит. Видим черешни. Но вы какое-то время здесь не живете, да? Да уже год никто не живет. Отец заболел, мы его к себе забрали. И вот, два месяца назад. Так, ну вот показываю дом со стороны участка, как выглядит. Станица Небежаевская. Тихое место. Вот груши видим. С Крымска мы доехали за 6 минут. Подъездные пути там все асфальтировано. Нету какой-то плохой дороги такой слишком, да? Святая ручка рядом, святой источник. Сейчас отправлю данный дом в чат наш по хуторам, близлежащие хутора. Есть чат WhatsApp. И потом уже будет ролик монтироваться. Поэтому добавляйтесь в чат. Самая первая информация по недвижимости, она появляется в чате. Ссылочку оставлю в описании. Всем пока.